За последние 2 года число коворкингов увеличилось на 400% и продолжает расти по всему миру. Коворкинг – это гораздо больше, чем просто совместный офис для разных людей с бесплатным кофе. Это новые деловые контакты, обмен опытом, особая творческая атмосфера. Современные люди все чаще и чаще покидают офисное пространство. Что их заставляет это делать? С ростом компании число сотрудников растет, а офис становится все теснее. Чтобы уменьшить затраты и увеличить отдачу работников, компании переходят на альтернативные варианты организации рабочего процесса и нанимают сотрудников, готовых работать удаленно и где угодно. До 90% фрилансеров начинают работать дома. Домашние офисы позволяют совмещать работу и личную жизнь. Но в определенный момент нехватка общения может вызвать чувство одиночества и снизить эффективность работы. И, конечно, дома вас всегда будет что-то отвлекать, мешать, раздражать. Поэтому многие фрилансеры и начинающие предприниматели ищут новые места для работы по свободному графику. Довольно часто выручают небольшие уютные кофейни с скоростным интернетом и вкусным кофе. Но они и созданы для ежедневной работы. Постоянный шум и смена посетителей отвлекает и вызывает быструю утомляемость. В результате только 2% фрилансеров продолжают работать в кафе. Итак, куда же податься фрилансерам, бизнесменам и прочим свободным художникам? Коворкинги помогают найти не только удобное рабочее место, но и команду единомышленников, бизнесменам, профессиональных удаленных сотрудников, фрилансерам выгодные заказы. Все это формирует уникальное бизнес-сообщество, ориентированное на развитие, рост доходов и приносящее пользу всем его участникам. Теперь такое бизнес-сообщество есть и в нашем городе. В бизнес-центре Green Plaza на 15 этаже начал свою работу Улей, первый в Перми коворкинг-центр.